Еще один переход на болевой стойке. Прием очень интересный и заслуживает внимания, изучения. Противник стоит согнувшись и на этот раз напирает на вас. Не тянет на себя, а наоборот, напирает на вас. Вы, толкая его, чтобы это давление, которое существует с его стороны, оно не прекращалось, толкая, начинаете ложиться на ковер, вытягивая ногу, и делая кувырок назад. Оно, движение очень интересное и эффективное. Вот я начинаю на него давить и ложусь на спину, просто заваливаюсь. Противник сначала давил на вас, а потом как бы проваливается и делает кувырок через голову, попадаясь на болевой прием.